Челябинский полицейский ищет подозреваемого в серии краж велосипедов. По версии сыщиков, он отметился в нескольких районах города. Установить его личность помогли записи с камер наблюдения. Но установить его местонахождение у служителей закона пока не получается. Эти кадры сделаны в Курчатовском районе в доме по Комсомольскому проспекту. Мужчина забрал велосипед у ребенка. Велосипед стоял на общей площадке подъезда. Несмотря на камеры в доме, консьержа и огороженную территорию, этот мужчина все же смог угнать транспорт. Есть фиксация на камерах, как мужчина заходит через открытые ворота после того, как заехала машина, ворота не закрываются 10 секунд. Как он заходит в подъезд в одной куртке, в темных очках, и также видео, как он выходит в другой куртке, в дурацкой шляпе, но джинсы, походка, кроссовки, все то же самое, и уже с велосипедом, пробыв в подъезде 45 минут. Более того, после размещения информации о его розыске нашлись еще пострадавшие от этого человека. Сообщается, якобы днем ранее он также угнал велосипед из другого подъезда.